Голодный и опасный – это енотов в Черновицкой области. В небольшом городке Староженец они разгромили продуктовый магазин. Двух хищников хозяйка гастронома застала утром на месте преступления. В помещении был полный хаос, разбросаны объедки продуктов, упаковки, даже бутылки спиртного. Добровольно еноты уходить не собирались, поэтому женщина попыталась выгнать их веником, за что была поцарапана. Магазину нанесен ущерб почти на 50 тысяч гривен. Хозяйка лавки считает, что зверьки сбежали из шапито неподалеку, а вот директор цирка утверждает, что все его питомцы на месте.